Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о несчастном Убере и дорогом мотороллере. Власти штата Калифорния отозвали у сервиса Uber лицензию на беспилотные такси. Как и предполагали скептики, эксперимент в Сан-Франциско закончился ничем. Между властями штата и руководством сервиса даже разгорелся небольшой скандальчик. Дело в том, что в беспилотниках всегда находились водитель и инженер, то есть фактически они не были беспилотниками. Но руководству города эти аргументы не понравились, лицензии отозваны. Причина, как выясняется, банальна. Велосипедисты, которых в Сан-Франциско сотни тысяч, а улицы узкие и иногда со сложным рельефом. Вот и задумались власти, есть ли смысл пугать и потенциально травмировать кучу народа ради эксперимента. Примечательно и то, что Uber испытывал свои автомобили и в Питтсбурге, точнее, все еще испытывает. Здесь, наоборот, все позитивно. В компании особо отмечают, что постоянно меняющаяся погода в этом городе способствует скорейшей адаптации машины к сложным погодным условиям. Видимо, взаимоотношения с велосипедистами и узкими переулками придется строить в другом городе, например, в Москве, летом. Помните марку «Bajaj»? Ну, это компания, которая производит самый дешевый автомобиль в мире. По сути, это даже не автомобиль, а квадроцикл с крышей и моторчиком мощностью 13,5 лошадиных сил. Модель Куто представлена на нашем рынке, правда, по не очень скромной цене, но сейчас не об этом. Индусы решили расширить предложение и привезти в Россию еще одну свою модель. И это будет дизельный трицикл под названием Maxima S. По сути, это наш мотороллер «Муравей», только с двухместной кабиной. Представители производителя уверены, что их новый продукт придется россиянам по вкусу. Maxima S оснащается 9-сильным мотором и может таскать в кузове 500 кг груза. Индусы утверждают, что трицикл всепогоден, всеяден и прост в эксплуатации, а цену обещают в районе 300 тысяч рублей. Остается открытым вопрос, какой именно категории наших граждан придется по вкусу мотороллер за 300 тысяч. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».